А в Алматинской области сегодня уделили внимание гражданскому сектору. Там прошел форум неправительственных организаций. Общественники обсуждали социальные проблемы региона и выдвигали инициативы. Мои коллеги расскажут подробнее. В этом году форум неправительственных организаций посвящен трем основным концепциям программы «Рухани Жангру» – конкурентоспособность, прагматизм, открытость сознания. В работе форума приняли участие не только местные НПО, но и представители Министерства по делам религии, Центра поддержки гражданских инициатив, общественные деятели. Они заключили меморандум о сотрудничестве. Следующий год мы хотим запускать грантовое финансирование на 3 года. То есть ежегодно у нас было по году. И системность вот этих проектов оставалась под вопросом. Программа форума включила в себя показ документального фильма об НПО Алматинской области, выдвижение общественных инициатив и предложений, выставку лучших социальных проектов года, а также награждение самых эффективных НПО. В этом году впервые в Казахстане была назначена государственная премия для неправительственных организаций, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие своих регионов. Вот 4 года мы реализовали более 50 проектов на 500 000 000 тенге. Ну и, наверное, главное. От имени Гражданского альянса Алматинской области было принято обращение общественности к жителям области по духовному возрождению в рамках программы «Рухани Жангру». Ранее в регионе была разработана дорожная карта реализации этой госпрограммы. Власти также сформировали реестр, включающий в себя 307 мероприятий международного, республиканского и областного масштабов. Также планируется усилить работу по расширению охвата населения через социальные сети. Асем Караулова, Самал Кабышева, Информбюро, Алматинская область.